Друзья, всем привет! И сегодня я вам хочу показать монету СССР. Это 2 копеечки 27 года, которая у меня также продается. Кому интересно, задавайте вопросы. Могу сбросить хорошие фотографии, аверса, реверса, гурт и все, что вы попросите. Этих монеток я продал несколько штук. Я занимаюсь антиквариатом. Ну и вот такая вот данная монета 2 копейки 27 года стоит у меня 20 тысяч гривен. Состояние, ну скажем так, среднее. Все мои монеты проверяют нумизматы. Все мои монеты также есть у нас в Харькове один нумизмат, мой товарищ, который ранее у меня покупал множество монет и просвечивал их. Он работает в НИИ, просвечивал все монеты. Все монеты являются подлинниками. Как и вот данный экземпляр 2 копейки 27 года. Почему их несколько штук? Потому что, еще раз повторюсь, какие-то монеты я жду. Давайте я вам на свет ее покажу. Вот целая пачка редких экземпляров. Почему несколько штук? Значит, жду монетки, бывает и полгода, бывает. Так вот, камера слишком близко не фокусирует, бывает. И быстрее приходят монеты из коллекций разных. Ну вот так вот мы ее покажем максимум поближе. Так что, если у вас будет желание, пожалуйста, приобретайте данную монетку, потому что очень быстро они все расходятся. До новых встреч. Я сниму обзор еще и на 15 копеек 42 года, 5 копеек 27 года, 15 копеек 70 и многие-многие другие экземпляры интересные. Всего доброго!